32-летняя Настя Каменских побаловала фанатов новым сексуальным образом. Артистка примерила мини-платье с обнаженными плечами и зоной декольте. Певица вернулась из заграничной поездки. Вместе с мужем, рэпером Потапом, звезда находилась в Мексике. Там супруги провели небольшой отпуск, который совместили с плотной работой над продвижением творчества Каменских в этой жаркой стране. Артистка свободно говорит на нескольких иностранных языках, а новые песни записывает на испанском. В Мексике Настя встречалась с журналистами, дала интервью для телевидения, нескольких радиостанций и даже снялась для местного Playboy. Вернувшись в Киев, Каменских принялась с теплом вспоминать отдых у океана. Звезда поделилась кадром, сделанным в путешествии. Артистка позировала в мини-платье с прозрачным топом-корсетом и атласной юбкой с накладными карманами. Стильный наряд обнажил плечи и ноги Каменских. Настя распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на алые губы. Завершили образ элегантные украшения, серьги, цепочка с крестиком и часы. Сегодня наткнулась на эту солнечную фотографию из Мексики, куда меня пригласили презентовать мой хит «Элефанти» на национальных телеканалах и радио, и улыбнулась от теплых воспоминаний. «Очень хорошее впечатление от этой колоритной страны и невероятно добрых людей», сообщила поп-звезда. Снимок вызвал бурные эмоции мужчин, они засыпали красотку признаниями в любви. На этой неделе Каменских решила немного изменить привычный имидж. Жена рэпера Потапа сделала модное окрашивание с высветленными прядями. Подобным образом недавно преобразилась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская осветлила концы волос. Поклонники оценили новый образ любимой певицы и признались, что с этим цветом ей намного лучше. «Красотка, как тебе удается быть такой красивой всегда? Годы идут, а ты не меняешься, очаровательная, нравится этот оттенок, теплый, и тебе очень идет», — написали фолловеры. Недавно Настя впервые показала свою красавицу-маму и поздравила ее с днем рождения. Артистка призналась в нежных чувствах к своему мужу и поделилась романтическим снимком с ним. Певица примерила яркий наряд с неоновой кофтой и мини-платьем. Завершили дерзкий образ эксклюзивные аксессуары.